фильме есть заголовок, ну, чтобы вы понимали, что это такое. Если вы, вот, например, есть люди, которые задают вопрос, что такое автотренинг? Автотренинг – это такая вещь, и вы сразу объясняете человеку, что такое автотренинг. Я не рассказываю, какой я хороший, я не рассказываю, почему я, что я 15 лет занимаюсь, чем я обычно там, между... в Ваньку валяю, вот, и так далее. То есть вот это я не рассказываю, зато я объясняю точно то, что людям интересно. Если им интересно, что такое автотренинг, они получают информацию об автотренинге сразу. Что такое автотренинг, дальше я рассказываю видео. Тоже на каких-то лендингах это я видел, на некоторых, ну, просто никаких, ни видео, ничего вообще нету. Как вы понимаете, вот я, Миша, да неважно, кто угодно, мы все люди. И если вы думаете, ну вот, у них есть материал, а у нас нету, вы что думаете, у нас он просто так, что ли, появился? Мы его сделали ровно так же, как и вы должны сделать. А потом, следующий вопрос, очень многие возникает. Что разобрано подробно в самом автотренинге? Разобран Яндекс.Директ, Google AdWords, лендинг-пейджи как раз, таргет ВКонтакте, таргет Майком и таргет Facebook. Вот я видел, что многие из вас с помощью Google AdWords кто-то нагоняет трафик, кто-то с таргета ВКонтакте, редко. Чаще всего, конечно, там было написано в анкете, что это Яндекс.Директ, Яндекс.Директ, Яндекс.Директ. Но большинство из вас там даже писали, что ничего не запускали. А здесь все это есть. То есть все вместе в одном автотренинге, в одном месте. А для чего вы можете настроить трафик? Ну, это такой уже блок, сами понимаете. А для услуг, для товаров с одностраничниками, для товаров с одностраничников это вот как плойки, это как газовые котлы, вот все-все-все. Для интернет-магазинов, я знаю, что кто-то из вас присылал интернет-магазин, мы их сегодня не рассматривали, это отдельная просто история, и с ними нужно работать по-другому. Ну, естественно, инфобизнес, потому что вот вязание, лендинг-пейдж и так далее, это инфобизнес, тоже отдельная история. Три самые важные составляющие тренинга, то, что вы получаете все-таки актуальность, навык реально на года, здесь это не просто так, это не пустые слова, кроме того, что идет постоянная конкуренция, она возрастает, я думаю, вы прекрасно знаете, в любой нише, то есть если у нас, у меня раньше по директу, по лендингу практически не было конкурентов, сейчас они есть. То же самое в абсолютно во всех нишах, тем более если вы живете в Москве, в Московской области или в больших городах. Практически все ниши уже заняты, все равно как-никак. Бывают, конечно, плохие какие-то, ну, у конкурентов плохие лендинги, плохие интернет-магазины, или кто-то жмется, а вы просто тратите деньги. И вы не ощущаете конкурентов, но конкуренция все равно вас будет поджимать. Второй момент, то, что мы постоянно обновляем все записи, которые есть в автотренинге. То есть что-то поменялось в автотренинге, мы дописываем кусок в видео, выкладываем новые добавления, обновления и так далее. Поэтому актуальность – это не пустые слова. Мы следим за актуальностью даже самого автотренинга. Если вы постоянно будете проходить его или делать свои видео, точнее, все свои рекламные кампании, лендинги по видео, то у вас будет реально все актуально. Естественно, вы можете проходить его абсолютно когда угодно. То есть нет никакого привязки. «Ой, я сегодня заболел», я не могу быть на семинаре, вебинаре, у меня голова болит, завтра, значит, вы можете завтра, либо послезавтра пройти. То есть тогда, когда вы хотите, тогда и проходите свои видеоуроки в своем темпе абсолютно. И, естественно, нет никакой географической привязки, вы можете это делать из шоколадницы с плохим интернетом, например. Естественно, какой результат? Вы разбираетесь, все-таки вы станете специалистом как-никак. То есть даже если делая просто пошагово, раз, два, три, четыре, пять, это 100%. Это, опять же, не придумки никакие. Вы просто, если на пятый раз вы сделаете, пять раз подряд сделаете рекламные кампании в директе, вы становитесь более-менее специалистом, как-никак. Тем более, если вы делаете это пошагово. Не по наитию, а все-таки пошагово. Естественно, вы будете делать рекламные кампании для директа, для AdWords, таргета и так далее, никаких проблем не будет. И самое главное, вы научитесь их анализировать. То есть вы поймете, что самое важное не настроить рекламную кампанию, а проанализировав ее, вынести какие-то для себя важные
составляющие аспекты какие-то. То есть вот об этом очень мало у меня уроков, и именно бесплатных. И это, наверное, плохо, но в автотренинге я это рассматриваю отдельно. То есть как именно анализировать вашу рекламу, как анализировать лендинги и так далее. То есть какие моменты, на что смотреть. Потому что большинство людей просто запускают, получают заявки и думают, а, нормально, все супер, у меня же есть там две заявки на 10 тысяч рублей там, или на 10 тысяч 50 заявок, значит, все работает. Но на самом деле сегодня это работает, а завтра это перестает работать, и вы в шоке бегаете и не понимаете, что происходит, потому что вы не можете ничего проанализировать, потому что не умеете. Естественно, вы можете увеличить поток клиентов, я думаю, тут никаких вопросов не возникает, и научитесь нанимать сторонних специалистов по рекламе и их контролировать, что я считаю очень важно, потому что многие, я думаю, из вас знают, что горе директологов и прочих людей очень много в интернете, и многие даже комментируют, как я сегодня, то есть несмотря на метрику и так далее, но при этом при всем они, к сожалению, не умеют никакого ни опыта, ничего. Вы можете их, во-первых, отсеивать, нанимать нормальных и контролировать. Это очень важно. Четыре причины, почему пойти в тренинг нужно, я думаю, здесь никаких вопросов, опять же, не возникает. Это, можно сказать, дубль. Единственное, что я добавлю, что вы, самое главное, вы, тут даже есть где-то картинка, это вот, вы создаете рекламу по шагам, которые мы придумали систему, вы по ним просто делаете, никуда не уходя. Поверьте, люди, уже большое количество людей прошло по этим шагам, практически никаких вопросов не возникало. Все вопросы, которые возникают, мы быстро решаем оперативно. Мы проверяем ваши ДЗшки, то есть вы сделали шаг, мы проверяем ДЗшку. Вы сделали шаг, мы проверяем ДЗшку. То есть каждый раз идет контроль. Далее вы запускаете рекламную кампанию, и вместе мы ее анализируем, потому что у нас есть все-таки возможности, инструменты для того, чтобы ее просто проанализировать. И так мы делаем 6 раз. То есть Директ, RSIA, Директ на поиске, RSIA, Google AdWords на поиске, КМС-ка, Target, Target Mail.ru, ну или My.com, как хотите. Все это есть. Естественно, про меня блог, я тут ничего рассказывать не буду. Здесь же есть, если вам очень интересно, посмотрите весь план, он очень большой, я считаю, сейчас я не буду о нем, о всем говорить. Там все расписано и детально, я думаю, не буду о нем. То же самое, не буду о результатах, потому что результатов очень много. Здесь вон Рома сидит, здесь ребята сидят, кто проходили тренинг. Многие, кстати, из них здесь есть в видео, поэтому вы можете найти соотношение фотографий, их отзывов сейчас и отзывов, которые были здесь в видео. Поэтому про них я тоже ничего говорить не буду. Дальше. Ну то, что ребята получали сертификаты. То же самое, у всех есть тут сертификаты. Видео скоро закончится. То же самое. Не буду ничего про текстовые отзывы. Вот они. Вот это вот много текстовых отзывов, которые реально сложно подделать. Факт. То же самое. Если вам нужны какие-то дополнительные вложения, да, нужны, в любом случае. То есть вам, если вы запускаете свою рекламную кампанию, вы должны ее на что-то потестировать. Если у вас последние 5000 рублей, это очень грустно. Потому что тестировать в наше время нужно. То есть тестировать рекламу, она не всегда с 5000 окупается. Она может окупиться с 10, с 15, но она может так окупиться, что вы просто будете в шоке и будете бегать по комнате, крушить все подряд. Если вы не разбираетесь в Яндекс.Директе, Google AdWords, стоит ли вам вообще идти в этот автотренинг? Естественно, стоит, потому что там просто идет все пошагово, то есть там расписано все по шагам, там, знаете, это, я не знаю, как это объяснить, это реально просто пошаговая система. Естественно, совмещать технические чайники вы или какие у вас, какой формат занятий и так далее, я думаю, я сейчас все объяснил. То же самое про объявления автокурсов, вот они, здесь все есть довольно-таки детально расписано. Также мы до сих пор еще делаем подарки, это кей-коллектор. Туда же мы, это видеокурс маленький про кей-коллекторы, про директ-командер и Excel для директологов, мы их пихаем абсолютно бесплатно в этот же тренинг, потому что
Я считаю, что без этих инструментов вы ничего не научитесь и ничего не будете уметь. Они очень нужны. Поэтому в подарок мы также дали платный инструмент K-Collector, туда же он входит. И то же самое у нас еще входит Cerebro Target, который тоже нужен. Причем вышло сейчас 2.0. Миш, подскажи, 2.0 тоже, да, по-моему, сейчас идет в бонусе? Да. Ну, значит, вместе идет Cerebro Target, Cerebro Target 2.0. 2.0 – это бета-версия программы, которая, ну, они лучше, там, Felix. Короче говоря, очень прикольная штука, можете полазить, тоже посмотреть. Плюс, естественно, там идет видео о том, как работать с этим Cerebro Target, чтобы вы понимали.